Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Паша, и вы попали на мой канал. И в этом видео я вас научу бриться. А еще я хочу передать привет и Канди XD, Эндеру 16, а также Жене и Косте Шилову. Привет вам большой, ребята. Я сразу хочу разрушить миф о том, что бриться очень сложно. На самом-то деле, дорогие друзья, бриться очень легко и просто. И сейчас я хочу вам объяснить и показать, как правильно бриться, чтобы не пораниться. Для этого, дорогие друзья, нам нужно держать бритву вот таким вот образом, как я ее сейчас и держу. Далее мы наносим пену для бритья себе на кожу. Но пеной для бритья можно пользоваться по желанию, так как я использую обычное мыло. Перед нанесением нужно его смочить, чтобы нанести себе на кожу. Наносим. Наносим вот таким вот образом. Дорогие друзья, вот я и нанес мыло себе на кожу, и теперь смотрите, как нужно брить. Брить нужно вот этим лезвием, смотрите. Вот так вот. Еще вот тут сбреем. Ну вот, я вам показал, дорогие друзья. Надеюсь, вам было все понятно. И, возможно, вы покажете этот видеоролик своим друзьям. Большое всем спасибо за внимание. Всем большое спасибо за просмотр. Всем желаю здоровья, благополучия. Всем удачи, дорогие друзья. И всем пока. Пока, дорогие друзья. Пока.